В администрации городского округа обсудили концепцию благоустройства парка «Лесная опушка». Общественная комиссия рассмотрела вопросы и пожелания жителей, которые поступили во время публичных обсуждений. Тему продолжит наш корреспондент. Публичное обсуждение по вопросу благоустройства парка «Лесная опушка» проходили с 8 по 22 апреля. Жители городского округа отправляли свои предложения на электронную почту люберецких парков. За этот период поступило 116 обращений, 115 человек за благоустройство территории. На заседании общественной комиссии зачитали основные пожелания. Установка павильона-кафе, создание зон наблюдения за птицами с установкой смотровых площадок, скамеек, кормушек, поилок и домиков для птиц. Снос существующего гаражного кооператива для соединения лесопарка с прилегающим сквером на улице Сосновый Бор. Организация парковки и входной группы с павильоном охраны со стороны поселка Октябрьский. Но с некоторыми пунктами согласны не все жители. Члены инициативной группы поселка Октябрьский выступили против размещения в парке точек общественного питания. Вот этих вот. Ну, может быть, там проедет какая-то тележка, там предложит воду или что, какие-то сезоны. Но мы против, категорически против кафе, и мы категорически против всяких там вот этих вот, как его там, квадроциклов, мотоциклов и так далее. Замечания участников встречи занесли в протокол. Их учтут при разработке концепции лесопарковой зоны, которую в ближайшее время представят на суд жителей. После этого начнется первый этап работ по созданию лесной опушки. На реализацию всего проекта понадобится 2 года. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.